Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной. Художественный руководитель и главный балетмейстер, народная артистка СССР, народная артистка Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства Российской Федерации, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством, профессор-академик Мира Кольцова. В программе вы увидите танцы в постановке героя социалистического труда, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой. Русский девичий хоровод «Березка». Thank you.
Закончилось первое отделение концерта. Мы ждем вас после антракта. Ксения Журавлева. Thank you.
дома вчера задумала, чего затеяла. Все пути на Колмогоры замела, завеяла. Нам по сердцу Колмогорский едет свежий ветерок. И усталости не зная, с неба падает снежок. Если были мы женаты, сразу к тёще на блины. Мы в гостях сыграем песни, заведём весёлый пляс. Только жаль, не приглашаю в этот вечер в гости нас. Для нас наступит праздник, подождем холостяки. Пусть метелица нагрянет, а будет снежно на полях. Здесь небес хороших много, а нам не быть в холостяках.
Thank you.
На сцене художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Березка», народная артистка Советского Союза Мира Кольцова. Оркестр народных инструментов ансамбля «Березка», главный дирижер оркестра, народный артист России Леонид Смирнов. Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу. Благодарим вас за горячие аплодисменты. До новых встреч!